здесь люди, вот, которые здесь собрались, это по зову сердца. Мы хотим стабильности. И, знаете, под этими флагами мы побеждали в Олимпиадах. Мы выигрывали различные соревнования, и нас знают как жителей этой страны, которые любят свою страну и делают все для этой страны. Сейчас фактически общество раскалывается на две части. Они ведут к баррикадам, к расколу в обществе. Ну, мы же не такие. И в любом случае мы отстоим свою страну, чего бы нам это бы ни стоило. Мы очень переживаем за наше будущее, за будущее наших детей. Мы не хотим, чтобы наш народ разъединялся. Мы хотели, чтобы все вспомнили нашу историю, под какими флагами мы должны выходить и чего мы должны хотеть от этой жизни. И чтобы все наконец-то начали одумываться. Потому что мы хотим мира на самом деле. Мы не хотим ничего плохого. И чтобы люди начали друг друга слышать. Поддержать наш народ, который за мир, за согласие, за независимость. Этой акцией хочу поддержать нашу действующую власть, хочу поддержать нашего действующего президента, потому что, ну, вы сами посмотрите, изменения на глаза, все делается, все строится, в прекрасной стране живем. Честно, был в странах Европы, ну, да, в центрах там везде красиво, но на окраинах бардак. А проедьте у нас по окраинам, все окраины города, все чисто, все приятно побывать везде. Настроение замечательное. Приехали поддержать нашего президента за Беларусь, за нашу мирную, процветающую Беларусь. Мы приехали сюда, мы не можем сидеть дома, мы вообще за движ, а когда наш движ под нашим белорусским флагом, это вообще круто.